Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло около 12 часов ночи. Напротив рынка Айна столкнулись автомобили Nexia и Opel. Авария произошла на перекрестке с работающим светофором. Opel влетел в левую сторону Nexia. От сильного удара пострадал водитель корейского автомобиля. Прибывшие по вызову медики госпитализировали водителя в больницу скорой медицинской помощи. Получил травмы и пассажир немецкой иномарки. При столкновении он пробил лобовое стекло Opel. Обеим машинам нанесен значительный материальный ущерб. В обстоятельствах аварии разбираются дознаватели дорожной полиции. Перед началом учебного года шымкентские полицейские провели рейд по выявлению несовершеннолетних, гуляющих в ночное время без сопровождения взрослых. Сразу же инспекторы обнаружили группу подростков, сидящих вдоль дороги. При этом ни у кого из них не было документов, удостоверяющих личность. Для выяснения подростки были доставлены в полицейский пункт. В Южно-Казахстанской области прошли очередные тактические учения спасателей департамента по чрезвычайным ситуациям. Учения, в которых приняли участие специалисты Центра медицины катастроф, прошли в Ардабасинском районе. По условиям учений на 96-м километре трассы Шымкент-Самара произошло крупное ДТП с несколькими пострадавшими. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели и медики. Пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь.